Грязь, очереди и несоблюдение социальной дистанции, а главное – отсутствие качественного обслуживания. Жалобы на работу Звенигородского МФЦ появились в социальных сетях. Сотрудники уверяют, скопление людей – явление редкое. Возникает только тогда, когда заявители обращаются за конкретными услугами. Да, конечно, приходят, бывает, на регистрацию по месту жительства семьями. Ну, как бы, просим их понимать, соблюдать дистанцию. Приходит на услуги Росреестра, тоже бывает большая сделка, там, если это ипотека, если это альтернативная сделка, их большое количество человек. Все специалисты Звенигородского МФЦ универсальные, прошли тестирование. Особое внимание уделяют качеству обслуживания заявителей и их безопасности. Два раза в день у нас проходит санитарная обработка помещения. Сотрудники обрабатывают свои рабочие места. Происходит влажная уборка обязательно. Ну и соблюдают меры безопасности. Масочный режим 100%. Перчатки, маски. Специалисты МФЦ говорят, многие услуги оказываются дистанционно, без очередей и риска заболеть. Для этого можно воспользоваться сайтами госуслуги.ру и услуги.мосрег.ру. Также работает колл-центр Одинцовского многофункционального центра и чат в мессенджере Telegram. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».